Раздел 1. Докапиталистические способы производства. Глава 1. Первобытно-общинный способ производства. Возникновение человеческого общества. Возникновение человека относится к началу нынешнего четвертичного периода в истории Земли, насчитывающего, как полагает наука, немногим менее миллиона лет. В разных областях Европы, Азии и Африки, отличавшихся теплым и влажным климатом, обитала высокоразвитая порода человекообразных обезьян. В результате очень длительного развития, охватывающего ряд переходных ступеней, от этих отдаленных предков произошел человек. Появление человека было одним из величайших поворотов в развитии природы. Этот поворот совершился тогда, когда предки человека стали выделывать орудия труда. Коренное отличие человека от животного начинается только с изготовления орудий, хотя бы самых простых. Некоторые животные, как, например, обезьяны, нередко пользуются палкой или камнем, чтобы сбить плоды с дерева, защититься от нападения. Но ни одно животное никогда не сделало даже самого грубого орудия. Условия повседневной жизни толкали предков человека к изготовлению орудий. Опыт подсказывал им, что заостренные камни можно использовать для защиты от нападения или для охоты на животных. Предки человека стали выделывать каменные орудия, ударяя одним камнем по другому. Этим было положено начало изготовления орудий. С изготовления орудий начинается труд. Благодаря труду передние конечности человекообразной обезьяны превратились в руки человека. Об этом свидетельствуют найденные археологами останки обезьяны-человека, переходной ступени от обезьяны к человеку. Мозг обезьяна-человека был гораздо меньше человеческого, а его рука уже сравнительно мало отличалась от человеческой. Таким образом, рука – не только орган труда, но и его продукт. По мере высвобождения рук для трудовых операций предки человека все более усваивали прямую походку. Когда руки оказались заняты трудом, совершился окончательный переход к прямой походке, что сыграло очень важную роль в формировании человека. Предки человека жили ордами, стадами. Стадами жили и первые люди. Но между людьми возникла такая связь, которой не было и не могло быть в животном мире – связь по труду. Люди сообща выделывали орудия и сообща их применяли. Следовательно, возникновение человека было вместе с тем возникновением человеческого общества, переходом из зоологического состояния в общественное. Совместный труд людей – привел к возникновению и развитию членораздельной речи. Язык есть средство, орудие, при помощи которого люди общаются друг с другом, обмениваются мнениями и добиваются взаимного понимания. Обмен мыслями является постоянной и жизненной необходимостью, так как без него невозможны совместные действия людей в борьбе с силами природы. Невозможно само существование общественного производства. Труд и членораздельная речь оказали решающее влияние на усовершенствование организма человека, на развитие его головного мозга. Развитие языка тесно связано с развитием мышления. В процессе труда у человека расширился круг восприятий и представлений, совершенствовались органы чувств. Трудовые действия человека, в отличие от инстинктивных действий животных, стали носить сознательный характер. Таким образом, труд – первое основное условие всей человеческой жизни, и при том в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать: «Труд создал самого человека».
Благодаря труду возникло и стало развиваться человеческое общество. Условия материальной жизни первобытного общества. Развитие орудий труда. В первобытную эпоху человек находился в сильнейшей зависимости от окружающей природы. Он был совершенно подавлен трудностью существования, трудностью борьбы с природой. Процесс овладения стихийными силами природы протекал крайне медленно, так как орудия труда были самые примитивные. Первые орудия человека были грубо оббиты камень и палка. Они явились как бы искусственным продолжением органов его тела, камень кулака, палка вытянутой руки. Люди жили группами, численность которых не превышала нескольких десятков человек. Большее количество не могло бы прокормиться вместе. Когда группы встречались, между ними иногда происходили столкновения. Многие группы гибли от голода, становились добычей хищных зверей. В этих условиях совместная жизнь была для людей единственно возможной и абсолютно необходимой. Долгое время первобытный человек жил главным образом за счет собирания пищи и за счет охоты, которые осуществлялись коллективно при помощи простейших орудий. То, что совместно добывалось, совместно и потреблялось. Вследствие необеспеченности пищей у первобытных людей встречалось людоедство. На протяжении многих тысячелетий, как бы ощупью, путем крайне медленного накопления опыта, люди научились выделывать простейшие орудия, пригодные для удара, резания, копки и других очень несложных действий, которыми тогда почти исчерпывалась вся область производства. Огромным завоеванием первобытного человека в борьбе с природой было открытие огня. Сначала люди научились применять огонь, возникавший стихийно. Они видели, как молния зажигает дерево, наблюдали лесные пожары, извержения вулканов. Случайно добытый огонь долго и тщательно хранился. Лишь спустя много тысячелетий человек познал тайну добывания огня. При более развитом производстве орудий люди подметили, что огонь получается от трения, и научились добывать его. Открытие огня и его применение дало людям господство над определенными силами природы. Первобытный человек окончательно оторвался от животного мира. Закончилась длинная эпоха становления человека. Благодаря открытию огня существенно изменились условия материальной жизни людей. Во-первых, огонь служил для приготовления пищи, в результате чего круг доступных человеку предметов питания расширился. Стало возможным употреблять в пищу, приготовленные при помощи огня, рыбу, мясо, крахмалистые корни, клубни и тому подобное. Во-вторых, огонь стал играть важную роль при изготовлении орудий производства, а также давал защиту от холода, благодаря чему люди получили возможность расселиться на большей части земного шара. В-третьих, огонь давал защиту от хищных зверей. В течение длительного периода охота оставалась важнейшим источником средств существования. Она доставляла людям шкуры для одежды, кости для изготовления орудий и мясную пищу, которая оказала влияние на дальнейшее развитие человеческого организма и прежде всего на развитие мозга. По мере физического и умственного развития человек оказывался в состоянии делать более сложные орудия. Для охоты служила палка с заостренным концом. Затем к палке стали прикреплять каменный наконечник. Появились топоры, копья с каменными наконечниками, каменные скребла и ножи. Эти орудия сделали возможными охоту на крупных животных и развитие рыболовства. Главным материалом для выделки орудий на протяжении очень долгого времени оставался камень. Эпоха преобладания каменных орудий, насчитывающая сотни тысячелетий, носит название каменного века. Лишь позднее человек научился делать орудия из металла, сначала из самородного, в первую очередь из меди. Однако медь как мягкий металл не получила широкого применения для изготовления орудий. Затем из бронзы, сплав меди и олова, и, наконец, из железа.
В соответствии с этим, за каменным веком следует бронзовый век, а за ним железный век. Наиболее ранние следы плавки меди в Передней Азии относятся к 5-4 тысячелетиям до нашей эры. В Южной и Средней Европе плавка меди возникла примерно в 3-2 тысячелетии до нашей эры. Дальнейшие следы бронзы в Месопотамии относятся к 4 тысячелетию до нашей эры. Наиболее ранние следы плавки железа обнаружены в Египте. Они относятся к периоду за 1500 лет до нашей эры. В Западной Европе железный век начался около 1000 лет до нашей эры. Важной вехой на пути улучшения орудий труда явилось изобретение лука и стрел, с появлением которых охота стала доставлять больше необходимых средств жизни. Развитие охоты привело к зарождению первобытного скотоводства. Охотники стали приручать животных. Раньше других животных была приручена собака, позднее крупнорогатый скот, козы, свиньи. Дальнейшим крупным шагом в развитии производственных сил общества явилось возникновение первобытного земледелия. Собирая плоды и корни растений, первобытные люди стали замечать, как прорастают зерна, оброненные на землю. Тысячи раз это оставалось непонятным, но рано или поздно в уме первобытного человека установилась связь этих явлений, и он стал переходить к возделыванию растений. Так возникло земледелие. Долгое время земледелие оставалось крайне примитивным. Землю взрыхляли вручную, сначала простой палкой, затем палкой с загнутым концом, мотыгой. В речных долинах семена бросали в ил, нанесенный разливами рек. Приручение животных открыло возможность использовать скот в качестве тягловой силы. В дальнейшем, когда люди овладели плавкой металла и появились металлические орудия, их применение сделало земледельческий труд более производительным. Земледелие получило более прочную основу. Первобытные племена начали переходить к оседлому образу жизни. Производственное отношение первобытного общества. Естественное разделение труда. Производственные отношения определяются характером, состоянием производительных сил. При первобытно-общинном строе основой производственных отношений является общинная собственность на средства производства. Общинная собственность соответствует характеру производительных сил в этот период. Орудия труда в первобытном обществе были настолько примитивны, что они исключали возможность борьбы первобытных людей с силами природы и хищными животными в одиночку. «Этот первобытный тип коллективного или кооперативного производства, — писал Маркс, — был, разумеется, результатом слабости отдельных личностей, а не обобществления средств производства». Отсюда вытекала необходимость коллективного труда, общей собственности на землю и другие средства производства, равно как и на продукты труда. Первобытные люди не имели понятия о частной собственности на средства производства. В их личной собственности находились лишь некоторые орудия производства, служившие вместе с тем орудиями защиты от хищных зверей. Труд первобытного человека не создавал никакого излишка сверх самого необходимого для жизни, то есть никакого прибавочного продукта. При таких условиях в первобытном обществе не могло быть классов и эксплуатации человека человеком. Общественная собственность распространялась лишь на небольшие общины, существовавшие более или менее изолированно друг от друга. По характеристике Ленина, здесь общественный характер производства обнимал только членов одной общины. Трудовая деятельность людей первобытного общества основывалась на простом сотрудничестве, простой кооперации. Простая кооперация есть одновременное применение более или менее значительного количества рабочей силы для выполнения однородных работ. Уже простое сотрудничество открывало перед первобытными людьми возможность выполнения таких задач, какие немыслимо было бы выполнить одному человеку, например, при охоте на крупных зверей.
При тогдашнем крайне узком уровне развития производительных сил неизбежно было уравнительное распределение продуктов общего труда. Скудной пищи делилась поровну. Иногда и дележа не могло быть, так как продуктов труда едва хватало на удовлетворение самых насущных потребностей. Если бы один член первобытной общины получил больше равной для всех доли, то кто-то другой был бы обречен на голод и гибель. Привычка к равному дележу глубоко укоренилась у первобытных народов. Ее наблюдали путешественники, побывавшие у племен, стоящих на низкой ступени общественного развития. Великий естествоиспытатель Дарвин более 100 лет назад совершил кругосветное путешествие, описывая жизнь племен на огненной земле. Он рассказывает такой случай. «Огнеземельцам подарили кусок холста. Они разорвали холст на совершенно равные части, что всем досталось поровну». Исходя из изложенного, можно было бы следующим образом сформулировать основной экономический закон первобытно-общинного строя. Обеспечение крайне скудных условий существования людей при помощи примитивных орудий производства путем совместного труда в рамках одной общины и уравнительного распределения продуктов. С развитием орудий производства возникает разделение труда. Его простейшей формой было естественное разделение труда, то есть разделение труда в зависимости от пола и возраста, между мужчинами и женщинами, между взрослыми, детьми и стариками. Знаменитый русский путешественник Миклухо Маклай, изучавший во второй половине XIX века жизнь папуасов Новой Гвинеи, так описывает коллективный процесс труда в земледелии. «Несколько мужчин становятся в ряд, глубоко втыкают заостренные палки в землю и потом одним махом поднимают глыбу земли. За ним следуют женщины, ползущие на коленях. В руках у них палки, которыми они размельчают поднятую мужчинами землю. За женщинами идут дети различного возраста, растирающие землю руками. После разрыхления почвы женщины при помощи маленьких палочек делают в земле углубления и зарывают в них семена или корни растений. Труд здесь носит совместный характер, и в то же время существует разделение труда по полу и возрасту». По мере развития производительных сил, естественно, разделение труда постепенно упрочивалось и закреплялось. Специализация мужчин в области охоты, женщин в области собирания растительной пищи и домохозяйства приводила к некоторому повышению производительности труда. Родовой строй, патриархальный род. Пока шел процесс выделения человека из животного мира, люди жили ордами, стадами, как и их непосредственные предки. Но впоследствии, в связи с возникновением первобытного хозяйства и ростом населения, складывалась родовая организация общества. Объединяться для совместного труда могли в те времена только люди, находившиеся в родственных отношениях. Примитивные орудия производства ограничивали возможность коллективного труда узкими рамками группы людей, связанных родством и совместной жизнью. Первобытный человек обычно относился враждебно ко всякому, кто не был связан с ним родством и совместной жизнью. Род представлял собой группу, на первых порах состоящую всего из нескольких десятков человек, испаянную узами кровного родства. Каждая такая группа существовала обособленно от других подобной ей групп. С течением времени численность рода возрастала, доходя до нескольких сотен человек. Развивалась привычка к совместной жизни, выгоды общего труда все более заставляли людей держаться вместе. Исследователь жизни первобытных людей Морган описал родовой строй, сохранявшийся у индейцев иракезов еще в середине прошлого века. Основными занятиями иракезов являлись охота, рыболовство, собирательство плодов и земледелие. Труд был разделен между мужчинами и женщинами.
Охота и рыболовство, изготовление оружия и орудий труда, расчистка почвы, постройка хижин и укреплений составляли обязанности мужчин. Женщины выполняли основные работы на полях, собирали урожай и доставляли его в кладовые, варили пищу, изготовляли одежду и глиняную посуду, собирали дикие плоды, ягоды, орехи, клубни. Земля была общей собственностью рода. Более крупные работы – вырубка леса, расчистка земли под пашню, большие охотничьи походы – выполнялись сообща. Иракезы жили в так называемых «больших домах», вмещавших 20 и более семей. Такая группа имела общие кладовые, куда складывались запасы продуктов. Женщина, стоявшая во главе группы, распределяла пищу между отдельными семьями. На время военных действий род избирал себе военачальника, который не пользовался никакими материальными преимуществами. С окончанием военных действий его власть прекращалась. На первой ступени родового строя ведущее положение занимала женщина, что вытекало из тогдашних условий материальной жизни людей. Охота при помощи самых примитивных орудий, которая была делом мужчин, не могла полностью обеспечить существование людей. Ее результаты были более или менее случайными. В этих условиях даже зачаточные формы земледелия и скотоводства, приручения животных, имели большое хозяйственное значение. Эти занятия служили более надежным и постоянным источником средств к жизни, чем охота. А земледелие и скотоводство, пока они велись примитивным способом, были преимущественно занятием женщин, оставшихся у домашнего очага, в то время как мужчины охотились. Женщина играла в течение длительного периода главенствующую роль в родовой общине. Родство считалось по материнской линии. Рамки родовой общины были узки. В ее состав входили потомки одной женщины. Это был материнский или матриархальный род, матриархат. В ходе дальнейшего развития производительных сил, когда кочевое скотоводство, пастушество и более развитое земледелие, хлебопашество, являвшееся делом мужчин, стали играть решающую роль в жизни первобытной общины, матриархальный род сменился отцовским или патриархальным родом, патриархат. Главенствующее положение перешло к мужчине. Он стал во главе родовой общины. Родство стало считаться по отцовской линии. Рамки общины заметно расширились по сравнению с материнским родом. Патриархальный род существовал в последний период первобытно-общинного строя. Отсутствие частной собственности, классового деления общества и эксплуатации человека человеком исключали возможность существования государства. В первобытном обществе не видно еще признаков существования государства. Мы видим господство обычаев, авторитет, уважение, власть, которой пользовались старейшины рода. Видим, что эта власть признавалась иногда за женщинами. Положение женщины тогда не было похоже на теперешнее бесправное, угнетенное положение, но нигде не видим особого разряда людей, которые выделяются, чтобы управлять другими, и чтобы в интересах, в целях управления, систематически, постоянно владеть известным аппаратом принуждения, аппаратом насилия. Возникновение общественного разделения труда и обмена. С переходом к скотоводству и земледелию возникло общественное разделение труда, то есть такое разделение труда, при котором сначала различные общины, а затем и отдельные члены общин стали заниматься разнородными видами производственной деятельности. Выделение пастушеских племен было первым крупным общественным разделением труда. Занимаясь скотоводством, пастушеские племена достигли существенных успехов. Они научились такому уходу за скотом, при котором стали получать больше мяса, шерсти, молока. Уже это первое крупное общественное разделение труда привело к заметному по тому времени росту производительности труда. В
первобытной общине в течение длительного времени не было почвы для обмена между отдельными ее членами. Весь продукт добывался и потреблялся сообща. Обмен зародился и развивался вначале между родовыми общинами и долгое время носил случайный характер. С появлением первого крупного общественного разделения труда положение изменилось. У пастушеских племен появился некоторый избыток скота, молочных продуктов, мяса, шкур, шерсти. В то же время они испытывали потребность в земледельческих продуктах. В свою очередь племена, занимавшиеся земледелием, с течением времени достигли известных успехов в производстве земледельческих продуктов. Земледельцы и скотоводы нуждались в предметах, которые они не могли доставать на месте их жительства. Все это привело к развитию обмена. Наряду с земледелием и скотоводством развивались и другие виды производственной деятельности. Еще в эпоху каменных орудий люди научились выделывать посуду из глины. Затем появилось ручное ткачество. Наконец, с открытием плавки железа появилась возможность выделки металлических орудий труда. Саха с железным лемехом, железный топор и оружие, железные мечи. Все труднее было совмещать эти виды труда с земледельческим или пастушеским трудом. В общинах постепенно выделялись люди, занимавшиеся ремеслом. Изделия ремесленников, кузнецов, оружейников, гончаров и так далее все чаще стали поступать в обмен. Поле обмена значительно расширилось. Возникновение частной собственности и классов. Разложение первобытно-общинного строя. Первобытно-общинный строй достиг своего расцвета при матриархате. Патриархальный род уже таил в себе зачатки разложения первобытно-общинного строя. Производственные отношения первобытно-общинного строя до известного периода находились в соответствии с уровнем развития производительных сил. На последней ступени патриархата, с появлением новых, более совершенных орудий производства, железный век. Производственные отношения первобытного общества перестали соответствовать новым производительным силам. Узкие рамки общинной собственности, уравнительное распределение продуктов труда стали тормозить развитие новых производительных сил. Раньше обработать поле можно было лишь совместным трудом десятков людей. В таких условиях общий труд являлся необходимостью. С развитием орудий производства и ростом производительного труда уже одна семья оказывалась в состоянии обработать участок земли и обеспечить себе необходимые средства существования. Таким образом, совершенствование орудий производства создавало возможность перехода к индивидуальному хозяйству как более производительному. В тех исторических условиях необходимость совместного труда общинного хозяйства все более отпадала. Если общий труд требовал общей собственности на средства производства, то индивидуальный труд требовал частной собственности. Возникновение частной собственности неразрывно связано с общественным разделением труда и с развитием обмена. На первых порах обмен производился главами родовых общин, старейшинами, патриархами. Они выступали в миновых сделках в качестве представителей общин. То, что они обменивали, являлось достоянием общины. Но по мере дальнейшего развития общественного разделения труда и расширения обмена, родовые вожди постепенно начинали относиться к общинному достоянию, как к своей собственности. Вначале главным предметом обмена был скот. Пастушеские общины имели большие стада овец, коз, крупного рогатого скота. Старейшины и патриархи, уже обладая большей властью в обществе, привыкали распоряжаться этими стадами как своими собственными. Их фактическое право распоряжаться стадами признавалось и остальными членами общины. Таким образом, раньше всего частной собственностью становился скот, затем постепенно все орудия производства, дальше всего сохранялась общая собственность на землю.
Появление частной собственности вело к разложению рода. Род распадался на большие патриархальные семьи. Затем внутри большой патриархальной семьи стали выделяться отдельные семейные ячейки, превратившие орудие производства, утварь и скот в свою частную собственность. С ростом частной собственности родовые связи ослабевали. Место родовой общины стала занимать сельская община. Сельская или соседская община, в отличие от рода, состояла из людей, не связанных обязательно родственными отношениями. Дом, домашнее хозяйство, скот – все это находилось в частной собственности отдельных семей. Наоборот, лес, луг, вода и прочие угодья в течение определенного периода и пашня составляли общинную собственность. Первоначально пашня периодически переделялась между общинниками, а позднее перешла в частную собственность. Возникновение частной собственности и обмена явилось началом глубокого переворота во всем строе первобытного общества. Развитие частной собственности и имущественных различий привело к тому, что внутри общин у различных групп общинников возникли разные интересы. В этих условиях лица, занимавшие в общине должности старейшин, военных руководителей, жрецов, использовали свое положение в целях обогащения. Они завладевали значительной долей общинной собственности. Носители этих общественных должностей все более отделялись от массы общинников, образуя родовую знать и все чаще передавая свою власть по наследству. Знатные семьи становились вместе с тем наиболее богатыми семьями. Масса общинников постепенно попадала в ту или иную экономическую зависимость от богатой и знатной верхушки. С ростом производительных сил труд человека, примененный в скотоводстве и земледелии, стал давать больше средств существования, чем было необходимо для поддержания жизни человека. Появилась возможность присвоения прибавочного труда и прибавочного продукта, то есть излишка труда и продукта сверх того, что требуется для прокормления самого работника. В этих условиях оказалось выгодным не убивать взятых в плен людей, как это делалось раньше, а заставлять их работать, превращая в рабов. Рабов захватывали более знатные и богатые семьи. В свою очередь, рабский труд вел к дальнейшему росту неравенства, так как хозяйства, использовавшие рабов, быстро богатели. В условиях роста имущественного неравенства богачи стали превращать в рабов не только пленных, но и своих обедневших и задолжавших соплеменников. Так возникло первое классовое деление общества – деление на рабовладельцев и рабов. Появилась эксплуатация человека человеком, то есть безвозмездное присвоение одними людьми продуктов труда других людей. Производительные отношения первобытно-общинного строя разлагались, гибли и уступали место новым производственным отношениям, отвечавшим характеру новых производительных сил. Общий труд уступил место индивидуальному труду, общественной собственности, частной собственности, родовой строй, классовому обществу. Начиная с этого периода, вся история человечества, вплоть до построения социалистического общества, стала историей борьбы классов. Буржуазные идеологи изображают дело так, будто бы частная собственность существовала извечно. История опровергает эти измышления и убедительно свидетельствует о том, что через стадию первобытно-общинного строя, основана на общей собственности и не знавшей частной собственности, прошли все народы. Общественное представление первобытной эпохи. Первобытный человек, подавленный нуждой и трудностью борьбы за существование, вначале еще не выделял себя из окружающей природы. Долгое время он не имел сколько-нибудь связанных представлений ни о себе, ни о естественных условиях своего существования. Лишь постепенно у первобытного человека начинают возникать очень ограниченные и примитивные представления о себе и об окружающих условиях.
ни о каких религиозных воззрениях, будто бы изначально присущих человеческому сознанию, как это утверждают защитники религии, не могло быть и речи. Только впоследствии первобытный человек в своих представлениях начал населять окружающий мир сверхъестественными существами, духами и колдовскими силами. Он одухотворял силы природы. Это был так называемый анимизм, от латинского слова «анима» – «душа». Из этих темных представлений людей о своей собственной и внешней природе родились первобытные мифы и первобытные религии. В них воспроизводилась примитивная уравнительность общественного строя. Не зная классового деления и имущественного неравенства в реальной жизни, первобытный человек не вносил никаких соподчинений и воображаемый мир духов. Он делил духов на своих и чужих, дружественных и враждебных. Деление духов на высших и низших появилось уже в период разложения первобытно-общинного строя. Первобытный человек чувствовал себя неразрывной частью родовой общины. Он не мыслил себя вне рода. Отражением этого в идеологии был культ предков-родоначальников. Характерно, что в ходе развития языка слово «я», «мой» возникают гораздо позднее других слов. Власть родовой общины над отдельным человеком была чрезвычайно сильна. Разложение первобытно-общинного строя сопровождалось возникновением и распространением частнособственнических представлений. Это находило яркое отражение в мифах и религиозных представлениях. Когда стали складываться отношения частной собственности и появилось имущественное неравенство, у многих племен возник обычай наложения религиозного запрета, табу, на имущество, присвоенное вождями или богатыми семьями. Слово «табу» жители острова Тихого океана обозначали все запретное, изъятое из общего употребления. С разложением первобытно-общинного строя и возникновением частной собственности сила религиозного запрета стала использоваться для закрепления возникших экономических отношений и имущественного неравенства. Краткие выводы. Первое. Благодаря труду люди выделились из животного мира и возникло человеческое общество. Отличительной чертой человеческого труда является изготовление орудий производства. Второе. Производительные силы первобытного общества находились на чрезвычайно низком уровне. Орудия производства были крайне примитивными. Это обуславливало необходимость коллективного труда, общественной собственности на средства производства и уравнительного распределения. При первобытно-общинном строе не было имущественного неравенства, частной собственности на средства производства, не было классов и эксплуатации. Общественная собственность на средства производства была ограничена узкими рамками. Она представляла собственность небольших общин, более или менее изолированных друг от друга. Третье. Существенными чертами основного экономического закона первобытно-общинного строя являются обеспечение крайне скудных условий существования людей при помощи примитивных орудий производства путем совместного труда в рамках одной общины и уравнительного распределения продуктов. Четвертое. Работая сообща, люди в течение долгого времени выполняли однородный труд. Постепенно улучшение орудий производства способствовало возникновению естественного разделения труда в зависимости от пола и возраста. Дальнейшее совершенствование орудий производства и способа добывания средств к жизни, развитие скотоводства и земледелия привели к появлению общественного разделения труда и обмена, частной собственности и имущественного неравенства, к разделению общества на классы и к эксплуатации человека человеком. Таким образом, выросшие производительные силы вступили в противоречие с производственными отношениями, в результате чего первобытно-общинный строй уступил место другому типу производственных отношений – рабовладельческому строю.